Добрый вечер, уважаемые жители и гости нашего города. В эфире телеигра «Энергия удачи». Добрый вечер, уважаемые телезрители, мы приветствуем всех. Сегодня моей соведущей будет менеджер торгового дома «Энергия», очаровательная девушка, которую зовут Алина. Она немного переживает, но тем не менее, не менее переживает, как наши участники, которые уже готовы бороться за главный денежный приз нашего телепроекта. Алиночка, скажи, у тебя в школе с каким предметом было лучше всего дела обстояли? Это была физкультура и английский. Слушай, физкультура, я спрячусь за тумбу нашу и узнаем у наших участников через несколько секунд, какой их самый любимый предмет в школе. И во время заставки я спрашиваю у Алины вопрос, я опять задаю: физкультура, она мне отвечает: я же гимнастка, как так? Ну вот как-то так. И до сих пор? Ну не до сих пор, но могу. Давай под аплодисменты встретим наших сегодняшних участников, поаплодируем, познакомимся и спросим, какой у вас любимый предмет. Расскажите о себе, откуда вы, что любите и вообще чем занимаетесь. Здравствуйте, меня зовут Алишер, я из 20-й школы, как вы уже знаете. Мой любимый предмет – физкультура. Тоже. Физкультура! Алишер, расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Большим теннисом, футболом, гимнастикой, вот как моя соведущая, например? В основном футбол, баскетбол, волейбол. Ну, школьные такие. Понятно, понятно. Ну, то есть нормативы в любом случае в школе вы сдаете на отлично, да? Или бывает так? 4, 3? Нет, не бывает. Нет, хорошо. Знакомимся с вами. Меня зовут Владислав, я тоже с 20-й школы. Отлично, Влад. Рассказывайте о себе. Ну, мой любимый предмет также физкультура. Физкультура. Слушайте, ну передайте привет своему преподавателю хотя бы. Как зовут, помните? Да. А то у нас бывают участники, которым задаешь вопрос: как зовут вашего преподавателя по биологии? А я не забыл. Передавайте привет. Передаем привет Сергею Вадимовичу. О, друг ваш и преподаватель. Давайте знакомиться с вами. Добрый вечер, меня зовут Валера, я также из 20-й школы. Мой любимый предмет — это химия, английский и физкультура. Отлично. Слушай, у нас одни спортсмены. Мы аплодируем вам, друзья. Итак, сегодня вы не будете сдавать нормативы, вы не будете сдавать единое национальное тестирование. Вы будете просто энергично расслабляться, играть, но, соответственно, мозг не расслабляйте свой в любом случае. Давайте посмотрим темы и какие нас сегодня ждут, а далее я объясню, что нужно делать вообще. Внимание на экран. Итак, сегодня у нас в программе литература, физика, биология, правила дорожного движения, музыка вокруг нас и география. За каждый правильный ответ один из участников получает денежный приз. Если участники ошибаются, то в игру могут вступить наши телезрители, которые могут звонить в прямой эфир по номеру 222-333. В общем, по этим темам мы и начинаем наш сегодняшний игровой марафон. Алишер, пожалуйста, вы первый, выбирайте тему, которую вы хотите для себя реализовать или попробовать. Физика. Вопрос по физике. Алиночка, вопрос. В США измеряют в этих единицах температуру. Кельвин. Нет. Цельсий. Нет. Фаренгейт. Совершенно верно. В фаренгейтах ответил Влад у нас. Влад, пожалуйста, выбирай тему. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Итак, на экране сейчас появляется знак. Ваша задача — правильно назвать, что он означает. Итак, это знак... Ой. Кстати, в этом году возле этих мест, куда любят приезжать отдыхать люди, вот... Купаться разрешено. Нажимай на кнопку. Водоем. Ну, верно, бассейн или пляж. Водоем, да, можно так, считаем. Алишер, выбирай. Физика. Вопрос по физике. Итак, назовите физическую величину, равной произведению силы на путь. Это... Где мы сейчас? Работа. Я же. Молодец. Работа. Валера ответил верно. Валера, выбирай тему. Правила дорожного движения. ПДД. Итак, а вот этот знак у нас не встретишь, честное слово. Трамвай. Троллейбус. Нет. Трамвай. Трамвай, верно. Место остановки трамвая. Валера, выбирайте тему. Физика. Вопрос по физике, пожалуйста, Алин. Как называется твердое тело, вращающееся вокруг оси? На букву Р. Рычаг. Молодец! Браво! Мы порадуемся за своего. А, кстати, вы одноклассники или как? В одном классе, да? Ну что ж, здорово, но сегодня вы конкуренты между собой. Выбирайте тему. Давайте физика. Давайте физику. 1/1000 кубического метра — это... Литр. Совершенно верно, Алишер, это литр. Выбирайте.
Музыка. Музыка. Итак, звучит композиция. Нужно угадать название исполнителя, либо название песни. Что-то из двух одно. Слушаем. Новая песня, ребят, скажу сразу. Прослушаем. Боже, Дима Билан. Дима Билан, да. Я тоже сначала долго думал и вслушивался, кто это на самом деле. Потом посмотрел, у нас-то подсказка есть, а у вас-то нет подсказок. Хорошо, выбирайте, Валерий. Правила дорожного движения. ПДД, внимание на экран. Вот этот знак можно. Пожалуйста, Алишер. Разрешен проезд с прицепом. Транспортный средств с чем? С прицепом. Еще с чем? Какие грузы бывают? Внимательно. Нет, не тяжелые. Мы хотим, чтобы вы сейчас ответили. Грузы бывают опасные и не опасные. Это какой это знак? Это не опасно. Нет, неверно. С опасным грузом. Направление движения транспортных средств с опасными грузами. Верно, Валерий. Выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Еще одна композиция в эфире «Энергия удачи». Жуки, батарейка. Молодец! Я думал, не угадаете. Это действительно села батарейка. А у гимнастов часто батарейка садится? Нет, нет. Нет? Это не про нас, нет. Это не про... А, так ты мне скажи, где ты обучалась этому? Во дворце школьника. А, ну хорошо, хорошо. Выбирайте, пожалуйста, батарейка. Батарейка, Влад, давайте выбирайте. Физику. Вы физику, отлично. Назовите единицу измерения электрического заряда или ювелирное изделие. Кулон. Совершенно верно, это действительно кулон. Выбирайте тему, Алишер. Физика. Как называется наука о неживой природе? Антон. Нет, о неживой природе, ребята. Это вопрос сам за себя говорит. Тема какая? Физика. Физика, молодец, верно. Хотя Алишер нажал первым, но он сомневался что-то. Это действительно физика. Итак, на сегодня тема физика у нас закрыта, ребята. Остается литература, биология, география, музыкальный вопрос и ПДД. Пожалуйста, Влад, выбирайте тему. Давайте биология. Вопрос по биологии. Этому замечательному прыгуну его хвост помогает держать равновесие. Кенгуру. Совершенно верно. Кенгуру. Валера, выбирай. Музыка. Музыка. Звучит композиция. Слушаем ее внимательно. У нас сегодня жаркая игра, как и прекрасная погода на улице весь день. Это Роб Дуган, Клубит оф Дис. А с какого фильма? Матрица. Молодец, действительно, это даже послушать не дал музыку. Я даже не знал, кто это исполняет и кто это написал, а он ответил прям конкретно и четко. Ну ты красавчег, вот так назовем. Давай, выбирай тему. Давайте опять музыку. Музыка вокруг нас, хорошо. Слушаем композицию. А вот здесь будет сложнее. Наверное, вы этого исполнителя не слушаете. Итак. Валерий Милан. Молодец, Валерий Милан. Слушай, а вы чем-то на ней похожи? Ну, Валерий, потому что... Да-да, именами похожи. Хорошо, Валер, выбирай тему. ПДД. ПДД. Итак... Ой, вот этот знак у нас тоже не встретишь. Сегодня у нас знаки такие какие-то непонятные. Место остановки трамвая, бассейн или пляж. А это что? Под конец чего? Какого движения? У нас этого знака не встретишь. Под конец встречного движения? Нет. Есть понятие такое, ребята. Движение. Под конец одностороннего? Нет. Одностороннее – это стрелка вода. Здесь обратите внимание. Стрелка, то есть, и в одну сторону, и в другую. Какое это движение? На букву «Р». Влад, попробуй ответить. С техникой как автомобильной? Дружишь, нет? Ну так, немного. Немного? Машину водишь? Нет. Нет, да. Какое это движение? Ре? Регулируемое? Нет, друзья. К сожалению, у вас нет варианта, поэтому мы предлагаем нашим телезрителям, правильно ответив на вопрос, тоже получить денежный подарок. Добрый вечер! Спасибо. Ждем следующего телефонного звонка. 222-333 наши координаты. Итак, еще раз я попрошу нашего режиссера показать, что же это за знак из правил дорожного движения. Несмотря на то, что этого знака не встретишь у нас в ОКТУБ, но тем не менее в ПДД эта тема проходит и
преподаватели рассказывают о ней очень подробно. Какое это же движение? Добрый вечер! Здравствуйте! Как вас зовут? Люба. Люба, очень приятно. Люба, чем занимаетесь? Ну вот, вас смотрим. Мама Люба, давай, давай! Вы мама? Да. Да, мама Люба. Мам Люба, ну скажите, это что за знак у вас? Реверсивное движение. Так, а если оно зачеркнуто, то значит? Запрещено реверсивное движение. Совершенно верно, конец реверсивного движения. Люба, будьте с нами на связи, потому что если наши мачо будут ошибаться, то вы тоже сможете выиграть главный приз нашей программы. Это 10 тысяч тенге за 20 минут. Итак, переход хода к Алишер к вам. Пожалуйста, выбирайте тему. Физика. Физика закрыта тема. Да, закончилась у нас. Литература, биология, география, ПДД. География. География, хорошо. Алин. В популярных районах нашей планеты можно наблюдать это необыкновенно красивое явление природы. Северное сияние. Совершенно верно. Северное сияние можно наблюдать. Валерий, выбирайте. ПДД. ПДД. Итак, этот знак, по-моему, есть везде. Внимание. Искривленная дорога. Попробуйте правильно сконцентрироваться и четко ответить. Если это красный, еще раз покажите знак. Резкий, осторожно, резкий поворот. Опасные повороты, верно, молодец. Это действительно так. Выбирайте. Музыка. Музыка вокруг нас. Итак, еще одна композиция. Мы ее слушаем и отвечаем, надеемся, верно. Да, верно. Кстати, по-моему, Валерий сейчас знает все. Да, 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 молодец. Это действительно Нюша. Пожалуйста, выбирай тему. Еще раз музыка вокруг. И еще раз, кстати, это уже последний вопрос, который мы будем сегодня угадывать. Я имею в виду по теме музыкальный вопрос. Внимание. Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу на праве, эй, группа! Ты привлекательна. Ты в моих глазах. Звери! Молодец! Браво, звери! Действительно, это группа «Звери» в эфире «Энергии удачи». И выбирайте тему. ПДД. Правила дорожного движения. Внимание на экран, что... Ой, этот знак, по-моему, у нас тоже есть. Осторожно, корова. Осторожно, корова, да. Слушайте, я сейчас подумал о том, о чем в нашей программе думать нельзя. Я просто подумал, куда этот знак можно поместить еще. Итак, наши участники, мы сейчас переходим к основной нашей части, к подсчету ваших денег, кто из вас сколько сегодня заработал, и кто, возможно, сыграет с нами в супер-игру. Главный приз 10 тысяч тенге. Не забывайте, что у нас еще есть телезрительница Люба, которая с нами на связи, и она может забрать этот приз 10 тысяч тенге в проекте «Энергия удачи». С вами снова «Энергия удачи». Вот какие гимнасты, все-таки спокойные люди, и им ничего нет страшного провести проект в прямом эфире и посчитать еще, помимо того, что целый день приходится считать там лампочки, провода и так далее, еще клиентам улыбаться, клиенты-то разные бывают. Давай теперь расскажем, сколько из наших сегодня денег бюджетных проекта мы отдаем нашим участникам. Алишеру мы сегодня отдаем 1500 тенге. Браво, молодец. Кстати, а я вспомнил, Алишер к нам как-то приходил на программу. А сколько в тот раз вы выиграли? 4. Ну ничего страшного, третий раз придешь, выиграешь 10. Ну 5500 уже. 5500, это хорошая сумма, да. Владислав у нас заработал сегодня 2500. Отлично, спасибо, Влад. И лидер сегодняшней нашей игры, Валерий, 5500. Валерий зарабатывает 5500. 5500. Валер, мы тебе предлагаем сейчас, ребята уже заработали свои деньги, вот у тебя сейчас главный конкурент, это наша телезрительница Люба. Вот мы предлагаем тебе 5500 увеличить до 10, но имей в виду, если ты отвечаешь неверно на вопрос супер игры, ни 5500, ни 10 тысяч ты не зарабатываешь. Играем или не играем? Нет. Забираешь деньги? Забираю.
Хорошо, тогда ситуация другая. Сейчас, Люба, вы с нами? Да. Люба, сейчас ситуация такая. Смотрите, Валерий выбирает для вас тему, как для телезрительницы, это литература, биология, география и все. Вот, то есть, у нас получается раз, два, три темы, правильно? Он выбирает для вас тему. Если мы вам задаем вопрос, и вы правильно на него отвечаете, 10 тысяч тенге ваши. Если нет, то уж обидно никому не будет, ни участникам, ни телезрителям. Договорились? Да, конечно. Итак, пожалуйста, Валера, выбирай тему для нашей телезрительницы. Сейчас играет она. Литература? Вопрос по литературе. У вас будет ровно одна минута, Люба, ответить на вопрос. Итак, загадка Вольтер. Что на свете всего длиннее и короче? Чем пренебрегают и дорожат? Что пожирает все ничтожное и воскрешает, простите, все доброе? Люба? Да, я. Вы поняли, да? Что на свете всего длиннее и короче? Чем пренебрегают и дорожат? Что пожирает все ничтожное и воскрешает все доброе? Люба, время пошло, ровно одна минута. Пока мы пообщаемся с ребятами. Ребят, ну скажите честно, вопросы сегодня были легкие, сложные какие? Вот вам, как вы себя чувствовали? Ну вот, например, Алишер. Не слушал. А что ты слушаешь? Рэп, рок, металл? Ну, разные. Разные слушаю, но вообще вот эти не слышал. Ну, это новые просто песни, поэтому, наверное, те, кто является меломаном, они слушают. Влад, вам как вопросы сегодня показались? По большей части, вот по ПДД, вот этот знак, реверсивный. По ПДД, да, реверс. Ну, вопросы такие, понимаете, мы же не можем каждую программу делать, там, уступи дорогу или так далее. Своей степени сложности были для каждого вопроса. А вот не жалеешь, что отказался от супера? Нет. Точно? Точно. Ну ты молодец, слушай. У нас редко такое бывает, но на самом деле, если человек решил для себя четко, что вот этих денег мне хватит на то, что мне нужно приобрести, значит он решил. Если он хочет их просто отдать кому-то, как нашей телезрительнице, например, сейчас мы у нее спросим правильный ответ. Люба? Да. Есть варианты? Даже не знаю я. Люба, ну как так? Вот так. Вот так вот, да? Люба, ну, к сожалению, ваш приз 500 тенге. Спасибо вам за участие в проекте, звоните к нам еще. Друзья, а мы ответим правильно на этот вопрос. Итак, загадка звучала следующим образом. Что на свете всего длиннее и короче? Чем пренебрегают и дорожат? Что пожирает все ничтожное и воскрешает все доброе? Знаете? Звучит угрожающе, ты не находишь? Вода. Не знаете? Искусство. Это время, друзья. Время на самом деле. А время нашей программы еще пока не подходит к завершению, потому что, Алишер, Влад, мы с вами прощаемся. А вот Валеру, нашего сегодняшнего победителя, мы попросим остаться. Он определит среди покупателей торгового дома «Энергия этой недели» одного счастливчика, кому же достанется уже завтра приз. Ребята, уже завтра заберете свои деньги, будете наслаждаться ими. Что хотите, то и делайте. Остановитесь на красном. Ну что ж, каждое воскресенье мы в рамках проекта «Энергия удачи» определяем одного из счастливчиков, тех людей, кто посещал торговый дом «Энергия» в течение всей недели, проспект Санкибай-Батыра, 72. И вот сейчас из нашего шара мы помещаем в лототрон все купоны. Один купон должен быть у покупателей. Кстати, друзья, если вы посещаете торговый дом «Энергия», обязательно требуйте, когда расплачиваетесь за товар, данную лотерейку у девушек, которые вас там обслуживают и, как говорится, рассказывают вам, что лучше взять, а что лучше не брать. Вращаем барабан. Валера, сейчас вытянешь один купон и произнесешь те цифры, которые указаны сбоку на данном чеке. Так, открываем лототрон, пожалуйста.
Сейчас самый долгожданный момент, кто-то, наверное, тоже переживает. И победителем среди покупателей торгового дома «Энергия» на этой неделе становится покупатель и клиент торгового дома «Энергия», у которого на купоне следующие цифры. 0, 1, 5, 4, 1, 6. Спасибо, Валера. Еще раз повторим. 0, 1, 5, 4, 1, 6. Мы вас поздравляем. Уже завтра вы сможете забрать свой приз в торговом доме «Энергия». Ну, а уж время летит незаметно. И завтра новая рабочая неделя. Алина, спасибо тебе большое, что провела сегодня со мной программу. Валера, тебе спасибо за хорошую игру, за твои знания. Всей 20-й школе привет. Приходите, участвуйте не только, дорогие друзья, но и телезрители. 222-333 – это телефон прямого эфира, куда вы можете каждое воскресенье в 19:20 звонить и выигрывать деньги. До встречи ровно через одну неделю в проекте «Энергия удачи» на Рика ТВ.